Смотри, есть жизнь, а есть обеспечение жизни. Что такое жизнь? Это когда ты включаешься в то, чтобы дарить людям любовь. Люди, природе, Богу. Вот это жизнь. Понимаете? А обеспечение жизни – это то, что нужно для жизни. Что нужно для жизни? Нужно есть, нужен комфорт, нужна семья, нужны дети. Это все нужно для жизни, это не жизнь. Но если человек все время думает только о том, как обеспечить свою жизнь, и не включается в саму жизнь, то жизнь проходит зря. Понимаете? Вот дети там, допустим, ты вырос, а для чего? Непонятно. Потом смотришь, они как бы не алё. С мужем, допустим, жили, там все накопили, он раз свалил. Почему свалил? А потому что зря вы жили просто. Не было в вашей жизни ни природы, ни добрых людей, ни Бога. Ничего не было. Поэтому вот изучайте, откуда это берется от страха. Если человек страх за основу жизни делает, то он становится деловым человеком. Кто такой деловой человек? Ему некогда, понимаете, он выживает. Это идет от страха просто. Страх нужен. Вот если, допустим, ты задыхаешься, дыши. Вот если я сейчас буду задыхаться, я перестану читать лекцию, дышать. И что, это значит, эгоистичный человек? Нет. Просто мне сейчас надо дышать. Все. Я вам рассказывал летом, когда я приезжал к вам, я читал лекцию, вы видели, что произошло. То есть я перед лекцией, было жарко, у меня перегретый человек, перегреваю себя. Я пожрался мороженое. И съел слишком много. У меня остановилось пищеварение на лекции. Я читаю лекцию и чувствую, что надо идти. И я встал с лекции, пошел. Говорю, сейчас приду. Куда я пошел? Там человек один в туалет зашел. Он видел, куда я пошел. Я ведь пошел пугать унитаз. Почему? Потому что мороженое вырвалось снаружи. Господь, он пытался его переварить там сердце. Потому что именно он этим занимается. Мы же не знаем, что там внутри происходит, все, да? Это Господь все делает, в этом чудо. Понимаете? И он принял решение срочно эвакуировать мороженое назад. Несмотря на лекцию. Я чувствую, что у меня пошло какое-то. Я не хочу. Господь хочет, потому что там авария какое-то пошло. И я пошел, на унитаз. Не знаю, испугался он или нет. Но мороженое вышло. Смешно? Неправильно сделал, честно скажи. Вот я сейчас рассказываю, честно. Это называется открытый сердце. Всем смешно, все радостные. Почему? Никто же сейчас не расстраивается ни за унитаз, ни за мороженое. Все смеются. Почему люди смеются? Потому что откровение приносит радость всем. Господь в сердце радуется, потому что он больше всех любит юмор. Господь самый главный юморист. Есть юмор от него. Самый лучший юмор это о себе. Ну признайся честно, как бы. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз, не упускать улыбку из открытых глаз. Да, в этой песне поется о том, что надо о себе сказать что-то такое честно, да? Вот. Если можем, и нас как бы не упускать, нас надо песню скачать эту. Успех как бы нас ожидает, если мы можем честно посмеяться над собой. И как ты посмеялся над собой, что происходит? Проснись и пой. Ну то есть, это называется правильное отношение к себе. Чувство собственного достоинства. Всегда принимай свою судьбу. Именно по этой причине Иисус Христос взял свой крест. У нас не такие кресты. Мы не сможем себя отдать всему человечеству, свою жизнь пожертвовать. Но крест надо брать. Он показал, как правильно. Прими свой крест, тогда воскреснешь. Сможешь быть счастливым, если примешь свою судьбу. Не примешь, будешь что-то из нее делать вид, или пойдешь там гадалку, ты скажешь, что сегодня помрешь, не покупай больше осеннее пальто. Все. Это все неправильно, понимаете? Неправильно. Судьба – это объем работы. Надо просто... трудиться сердцем и все, и знать, как трудиться. Вот и для этого жизнь изучайте. Жизнь не для того, чтобы как бы защитить себя, не для того, чтобы нахомячил, как бы все, и классно. Сейчас вот этих разоблачаю, знаю, но я не знаю, зачем человеку нужно 9 миллиардов рублей? Ну что он с ними будет делать? Если ты как бы хочешь всю жизнь себе обеспечить, если так посчитать, мне кажется,
ну, хотя бы там, ну, если вообще круто жить, ну там пару сотен миллионов и все, как бы, ну куда ты их потратишь вообще? 9 миллиардов, что с ними делать, непонятно. Хомячил. Ну Богу надоело, взял вот посадил. Сразу возникает вопрос, а что такое, почему так много человеку Бог дал? А это зависит от прошлых поступков. Вот здесь уже можем смеяться, можем нет. Если человек получает высокое положение в обществе, если человек очень, ну как бы, сильное чувство собственного достоинства, его все уважают, ценят, дают ему ответственность, это значит, что он в прошлом делал много добрых дел. И теперь вопрос, что он с этим в этой жизни-то сделал? Вот в чем вопрос. Вот что обидно-то. Понимаете, что человек имел много добрых дел, делал, Бог ему огромные деньги как бы дал, а он неправильно всем этим распорядился. Если свалится от счастья, дождите, знаю. Подели его на счастье, на части и раздай всем друзьям. Это просто. Дети поют. А когда будет надо, все друзья будут рядом и подарят тебе солнце или звезды. Солнце означает счастье, а звезды означают перспективу в жизни, в будущем. Это удача приходит. Ну, то есть, в этом надо себя заставлять, понимаете? Если свалилось счастье, ну, раздавай, делись людьми, не хомячь. Потому что вот это, когда ты хомячишь, это чувство опасности, да? Ты обеспечиваешь свою жизнь, это надо, дышать надо. Ну, представляете, если сейчас так вдохну, что легкие порвутся. Кому это надо? Ты вдохнул слишком много в себя денег. Порвались легкие твоей жизни. Все. Ты в тюрьме теперь сидишь. Неправильное мышление.